Всем привет на канале Inland Shipping. Есть такой тип судна, о котором очень мало кто знает. Даже многие старые морские волки с ним не знакомы. Еще меньше шансов его встретить, так как таких судов было всего 3 в мире до недавнего времени, а сегодня осталось только одно. Тип этого судна обозначен как Refined Sugar Carrier, хотя иногда его пишут как General Cargo, просто перевозчик сахара, а еще аббревиатура системы судна BIBO, что значит Bulk In, Bag Out. По сути, это обычный балкер Handysize, только на борту его находится мини-завод по расфасовке груза сахара в мешки перед выгрузкой. Грузит его как обычный балкер, а вот выгружает по транспортерным лентам сразу на берег контейнера, вагона, машины или на склад. Таким образом убивают сразу нескольких зайцев. Быстрая выгрузка, нет потери порчи груза, возможность выгрузки в необорудованных портах. Например, одно из судов Pioneer вместимостью 20 тысяч тонн выгружается со скоростью 500 тонн в час. Владельцы и операторы судов были компании из Австралии, Голландии и также Gerbulk, норвежская компания. Австралия экспортирует 80% произведенного сахара и является четвертым в мире экспортером сахара. Это второй экспортный австралийский продукт после пшеницы. Другие главные мировые экспортеры сахара – Бразилия, Таиланд и Франция. Импорт идет в Северную и Западную Африку, страны Ближнего Востока, США, Китай, Южную Корею, Индонезию, Малайзию, Бангладеш, Великобританию и Италию. Эти суда были замечены во многих портах мира, таких как Сантос, Рио-де-Жанейро, Гдыня, Дюнкерк, Руан, Антверпен, Николаев, Тартус, Алжир, Валетта, Сидней.